познакомимся сегодня с таким писателем Рэнсомом Риксом и его сказочной повестью или сказочным романом в трех частях, который называется под общим названием «Дом странных детей». Вот первая книга так и называется «Дом странных детей», вторая называется «Город пустых. Побег из дома странных детей». И третья называется «Библиотека душ. Нет выхода из дома странных детей». Итак, начинаем. Мы снова прошли через дом. И снова из-за приоткрытых дверей меня провожали любопытные взгляды. Мы вошли в залитую солнцем комнату, где на узорчатом персидском ковре стоял стул с высокой спинкой. На нем восседала благородного вида дама, с головы до ног, включая застегнутую у горла блузу, с высоким воротником и кружевные перчатки, она была одета во все черное. Ее волосы были собраны в идеально круглый узел на макушке, и вся она была воплощением опрятности, как и весь дом. Я догадался бы, кто она такая, даже если бы я не узнал ее по фотографии, а также хранившейся в тяжелом сундуке. Передо мной была госпожа Сапсан. Эмма завела меня на ковер и откашлялась. Спицы, мелькавшие в руках госпожи Сапсан, замерли. «Добрый день», — произнесла она, поднимая на меня глаза. «Ты, наверное, Джейкоб?» Эмма удивленно открыла рот. «Откуда вы знаете, как его?» «Меня зовут директриса Сапсан», — продолжала леди, подняв палец и подавая Эмме знак замолкнуть. «Но поскольку ты не входишь в число моих воспитанников, то можешь называть меня мисс Сапсан. Я рада возможности наконец-то с тобой познакомиться». Женщина протянула мне затянутую в перчатку руку, но я не смог ее пожать. Она заметила мои связанные кисти. «Мисс Блум!» — воскликнула она. «Что это означает? Как вы обращаетесь с гостями? Немедленно освободите этого юношу». «Но директриса, он шпион и лжец, а может и еще что похуже». Эмма недоверчиво на меня покосилась и что-то прошептала на ухо мисс Сапсан. «Ух ты мой, мисс Блум!» – воскликнула. Мисс Сапсан сплеснула руками и громко расхохоталась. «Что за галиматья? Если бы этот мальчик был тварью, вы бы уже варились в его котелке. Конечно же, он внук Абрахама Портмана, вы только взгляните на него». Я почувствовал, как на меня нисходит невероятное облегчение. Похоже, меня все-таки ожидали. И мне не придется долго доказывать, кто я такой и что здесь делаю. Эмма начала было возражать, но мисс Сапса накинула и таким возмущенным взглядом, что девочке пришлось умолкнуть. «Ладно», — вздохнула она, — «но не говорите потом, что я вас не предупреждала». Она несколько раз дернула за узел, и веревка упала на пол. «Вы не должны обижаться на мисс Блум», — обратилась ко мне директриса, глядя, как я потираю занемевшие запястья. «Она любит драматизировать». «Я это заметил», — Эмма нахмурилась. «Если он тот, за кого себя выдает, почему он ни шиша не знает о петлях времени и о том, какой сейчас год? Да вы сами его спросите». «Почему он ничего не знает», — поправила ее миссис Сапсан, — «а единственный человек, которого мне хотелось бы хорошенько опросить, это вы, мисс Блум. И завтра я обязательно это сделаю в отношении правил литературной речи». Эмма застонала. «А теперь, если вы позволите,
продолжала мисс Сапсан. Я хотела бы переговорить с мистером Портманом наедине. Девочка поняла, что спорить бесполезно. Она вздохнула и направилась к двери. Но прежде чем выйти, обернулась и бросила на меня еще один взгляд. На ее лице я увидел выражение, которого не было там прежде, обеспокоенность. «И вы тоже, мистер Наллингс», — произнесла мисс Сапсан. «Воспитанные люди не подслушивают чужих разговоров». «Я только ненадолго задержался, чтобы спросить, не хотите ли вы чаю?» — ответил Миллард, которого я уже начал подозревать в склонности к подхалимству. «Спасибо, не хотим», — отрезала мисс Сапсан. Я услышала, как босые ноги Милларда прошлепали к выходу, дверь отворилась и затворилась, выпустив его в коридор. «Я бы пригласила тебя присесть», — произнесла мисс Сапсан, кивая на мягкий стул у меня за спиной. «Но ты весь в грязи?» В ответ я опустился на колени, чувствуя себя пилигримом, умоляющим могущественного оракула дать ему совет. «Ты находишься на острове уже несколько дней», — произнесла мисс Сапсан. «Почему ты так долго тянул с визитом к нам?» «Я не знал, что вы здесь», — ответил я. «Ну как вы узнали обо мне?» «Я за тобой наблюдала. Ты меня тоже видел?» «Хотя, наверное, не осознал это. Я принимала свою альтернативную форму». Она подняла руку и вынула из прически длинное серое перо. «Наблюдая за людьми, предпочтительнее обращаться в птицу», — пояснила она. У меня отвалилась нижняя челюсть. «Так значит, в то утро у меня в комнате были вы?» — воскликнул я. «Тот ястреб?» «Сокол», — поправила меня она. «И, естественно, Сапсан». «Так это правда», — пробормотал я. «Вы и есть та самая птица?» «Я снисходительно отношусь к этому прозвищу, но не поощряю его употребление». «Вернемся к моему вопросу», — продолжала мисс Сапсан. «Скажи мне, бога ради, что ты искал в тех ужасных развалинах?» «Вас?» — ответил я, ее глаза приоткрылись чуть шире. «Я не знал, как вас найти. Я только вчера понял, что вы все...» Я помедлил, вдруг осознав, как странно прозвучат мои следующие слова. «Я не знал, что вы умерли». Она натянуто улыбнулась. «О, Господи, твой дедушка совсем ничего не рассказывал тебе о своих старых друзьях?» «Кое-что рассказывал, но я очень долго считал все это сказками». «Понятно», — кивнула она. «Надеюсь, это вас не обижает?» «Несколько удивляет, не более того, но в целом мы предпочитаем, чтобы о нас думали именно так, потому что это предупреждает появление незваных гостей. Сейчас все меньше и меньше людей верят в сказки, гоблинов и прочую ерунду. Таким образом, обычные люди больше не пытаются нас разыскать. Это значительно упрощает наше существование. История о привидениях и мрачных заброшенных домах тоже этому поспособствовали, хотя, как я вижу, не в твоем случае». Она снова улыбнулась. «Я вижу отвагу у вас в крови». «Да, пожалуй», — с нервным смешком отозвался я, чувствую, что еще немного, и я хлопнусь в обморок. «Как бы то ни было, что касается этого места», — она царственным жестом указала на обстановку. «Насколько я поняла, в детстве ты считал, что твой дедушка все это выдумал, верно? Что он кормит тебя, как говорят, байками. Я права?» «Ну, не то чтобы байками, но выдумками, сказками, мифами. Выбирай любое слово на свой вкус. Когда ты понял, что Абрахам говорит правду?» «Видите ли», — пробормотал я, разглядывая лабиринт переплетающихся узоров ковра, — «кажется, я начинаю понимать это только сейчас». Оживление мисс Сапсан несколько померкло. «Боже мой! Я поняла». И тут ее лицо окончательно помрачнело, как будто за несколько мгновений воцарившегося молчания
Она догадалась, какое ужасное сообщение я ей принес. Но мне все равно предстояло найти слова, чтобы произнести это вслух. «Я думаю, что он хотел мне все объяснить», – произнес я, – «но все время откладывал этот разговор. Ему не хватало времени, вместо этого он просто попросил меня сюда приехать. Я вытащил из кармана смятый конверт. Это ваше письмо, оно привело меня сюда». Она разгладила его на подлокотнике стула и, поднеся к глазам, начала читать. «Как невоспитанно!» Я практически умоляю его ответить. Она печально покачала головой. «Мы всегда стремились хоть что-то узнать о Бэйби. Однажды я спросил его, не пытается ли он загнать меня в могилу тем, что живет в этом мире без всякой защиты. Но он был невероятно упрям». Она сложила письмо и вернула его в конверт. На лицо ее легла тень, как будто от темного облака. «Он ушел от нас, верно?» Я кивнул. Путаясь в словах, я рассказал ей о том, что произошло. То есть я поведал тот вариант развития событий, на котором остановилась полиция и в который после длительного лечения у психотерапевта поверил и я. Чтоб не расплакаться, я не стал вдаваться в детали. Он жил на окраине города, из-за недавней засухи в лесу было полно обозлившихся от голода животных. Он просто оказался в неудачном месте и неудачный момент. «Он не должен был жить один», — пояснил я. «Но, как вы уже сказали, дед был очень упрям». «Я этого опасалась», — вздохнула она. «И предостерегала его, твердя, что ему нельзя покидать петлю». Она стиснула в кулаках вязальные спицы, как будто раздумывая, кого бы ими проткнуть. А потом он заставил своего бедного внука донести до нас эту трагическую весть. Я понимал ее гнев. Я и сам через него прошел. Я попытался утешить ее, отбарабанив все те стандартные фразы, которыми опутывали меня прошлой осенью родители и доктор Голан. Ему пора было уходить. Он был одинок. Моя бабушка умерла много лет назад, и его сознание уже притупилось. Он постоянно что-то забывал или путал, именно поэтому он и покинул дом в тот вечер. Мисс Сапсан грустно кивнула. Он позволил себе состариться. В каком-то смысле ему повезло, его смерть не была долгой и мучительной. Ему удалось избежать нескончаемых месяцев на больничной койке в полной зависимости от аппаратов. Все это звучало нелепо и глупо. Разумеется, его смерть была преждевременной и чудовищной, но мне показалось, что после того, как я это произнес, нам обоим стало намного легче. Отложив свое рукоделие, мисс Сапсан встала и захромала к окну. Ее походка была такой неловкой, будто одна ее нога была короче другой. Глядя на играющих во дворе детей, она произнесла: «Дети не должны об этом знать. Во всяком случае, пока. Зачем их понапрасну расстраивать? Хорошо, вам виднее». Она еще немного постояла у окна, ее плечи вздрагивали. Когда мисс Сапсан наконец обернулась ко мне, она снова была спокойна и собрана. «Итак, мистер Портман», – деловито заявила она, – «я полагаю, что вы с честью вынесли допрос с пристрастием. Я уверена, что вас тоже много интересует». «У меня всего лишь 1000 вопросов». Она извлекла из кармана часы и посмотрела на них. «У вас есть еще немного времени до ужина. Надеюсь, что успею вас просветить». Мисс Сапсан замолчала и наклонила голову. Внезапно она подошла к двери и резко ее распахнула. Я увидел сидящую на корточках Эмму. Она подняла к нам покрасневшее, залитое слезами лицо. Она все слышала. «Мисс Блум, вы подслушивали?» Эмма всхлипнула и выпрямилась. «Воспитанные люди не подслушивают разговоров, не предназначенных для
Но Эмма уже бежала прочь, и мисс Сапсан, огорченно вздохнув, замолчала. «Этого только не хватало. Боюсь, она очень чувствительна ко всему, что касается твоего дедушки». «Я это заметил», — кивнул я. «Но почему?» «Они были...» «Когда Абрахам ушел на войну, он забрал с собой все наши сердца, но прежде всего сердце мисс Блум». «Да, они были влюблены друг в друга». «Я начал понимать, почему Эмма отказывалась мне верить. Она понимала, что я, скорее всего, принес плохие новости о своем дедушке». Мисс Сапсан хлопнула в ладоши, как будто рассеивая невидимые чары. «Тут уж ничего не поделаешь», — пробормотала она. Вслед за ней я вышел из гостиной и начал подниматься по лестнице. Мисс Сапсан взбиралась вверх с угрюмой решительностью, обеими руками хватаясь за перила и подтягиваясь на следующую ступеньку. Я хотел ее поддержать, но она отвергла мою помощь. Когда мы достигли площадки второго этажа, она провела меня по коридору и пригласила войти в комнату, которая сейчас и в самом деле очень походила на классную. С выстроившимися в ряд партами, школьной доской в углу и аккуратно разложенными по полкам книгами. Мисс Сапсан указала на одну из парт. «Садись!» Я втиснулся за парту, а она заняла свое место за учительским столом. «Позволь мне быстро ввести тебя в курс дела. Я уверена, что ты услышишь ответы на большую часть своих вопросов». «Хорошо. Устройство человеческой расы намного сложнее, чем полагает большинство людей», — начала она. «Настоящая классификация Homo sapiens – это тайна, известная лишь очень немногим, в число которых ты сейчас войдешь. Если говорить кратко, то человечество разделено на две части. Первая состоит из огромной массы обычных людей, но существует тайная часть, которую можно было бы назвать криптосапиенс. Вообще-то на величайшем языке моих предков эти люди называются синдригаст, или странные духи. Как ты уже, наверное, догадался, мы относимся к этим последним». Я склонил голову, как если бы понял ее, хотя на самом деле не поспевал за ее объяснениями. В надежде немного снизить темп, я поинтересовался: «Но почему люди о вас не знают? Вы такие одни?» «Странные люди разбросаны по всему миру», — ответила она, — «но сейчас нас намного меньше, чем прежде. Те, кто уцелел, предпочитают скрываться, подобно нам. В незапамятные времена мы могли свободно жить среди обычных людей». В ее голосе зазвучали нотки сожаления. «Кое-где нас считали шаманами, к нашей помощи прибегали в трудные времена. Есть еще народности, сохранившие гармоничные отношения с такими, как мы, хотя это возможно только там, где не сумели утвердиться современный уклад мира и основные религии, например, на острове черной магии Амбрим, на новых гибридах. Но остальной мир уже очень давно нас преследует. Мусульмане нас изгнали, христиане жгли нас, как ведьм и колдунов. Даже язычники Уэльса и Ирландии со временем сочли нас злонамеренными волшебниками и оборотнями». «Но почему же тогда, вы не основали где-нибудь свою собственную страну? Вы могли бы там поселиться и жить, не общаясь с остальным миром». «Если бы это было так просто», — вздохнула она, — «особенности проявляются не в каждом поколении. Странные дети могут появляться через поколение или даже через 10. Они далеко не всегда рождаются у странных родителей, а у странных родителей далеко не всегда рождаются странные дети. Ты ведь знаешь, как мир боится всего необычного? Именно поэтому он и представляет такую опасность для всех, кто отличается от других. Нормальные родители пугаются, когда их дети начинают, скажем, зажигать руками огонь». «Вот именно, мистер Портман. Странные отпрыски обычных родителей зачастую терпят поистине чудовищные унижения. Прошло всего несколько столетий с тех пор,
как родители странных детей считали, что их настоящий сын или дочь были похищены, а взамен им подбросили эльфа, то есть злого духа, который внешне ничем не отличается от их родного ребенка. В темные времена это давало родителям полное право отказываться от этих несчастных людей, а то и просто убивать их. Это ужасно. Это действительно было страшно. Необходимо было что-то делать, поэтому люди, подобные мне, создали места, где странные дети могли бы жить отдельно от обычных людей. Это своего рода анклавы, изолированные от мира как в пространстве, так и во времени. Я очень горжусь петлей времени, которую удалось создать мне. Что значит люди, подобные вам? Мы наделены способностями, которых нет у обычных людей. Эти способности столь же разнообразны, как оттенки кожи или черты лица. Некоторые из них довольно широко распространены, например, чтение мыслей. Другие, такие как мое умение манипулировать временем, встречаются очень редко. Вы манипулируете временем? Я думал, вы превращаетесь в птицу. Верно. Но это и есть ключ к моему дару. Только птица умеет манипулировать временем. Таким образом, все манипуляторы временем должны уметь превращаться в птиц. Она произнесла это так деловито и буднично, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить ее слова. «Птицы? Путешественники во времени?» Я почувствовал, как по моему лицу расползается глуповатая улыбка. Мисс Сапсан кивнула. «Но по большей части они проскальзывают туда и обратно чисто случайно. Те же, кто сознательно манипулирует временем, причем не только для себя, но и для других, называют имбринами. Мы создаем временные петли, в которых странные люди могут существовать неопределенно долго». «Петли», — повторил я, вспоминая дедушкины слова, — «найди птицу в петле». «Так мы находимся в петле?» «Да». Хотя тебе она, может, больше знакома под названием 3 сентября 1940 года. Я наклонился вперед, нависая над низкой партой. Что вы имеете в виду? Это только один день, который все время повторяется? Да, снова и снова. Хотя наша реальность в его пределах весьма разнообразна. В противном случае мы ничего бы не знали о последних 70 годах, в течение которых существуем здесь. «Это поразительно», – прошептал я. «Конечно же. Мы появились на Карнхолме лет за 10 до 3 сентября 40 года. Уникальное географическое положение острова позволяло нам достичь почти полной физической изоляции. Но после указанного дня нам потребовалась также и изоляция во времени». «Почему?» «Потому что в противном случае мы все погибли бы». «От взрыва бомбы?» «Ну, конечно». Я уставился на крышку парты. Передо мной начинала вырисовываться картина происходящего, хотя пока проступали только самые общие ее контуры. «Существуют ли другие временные петли, кроме этой?» «Существуют. Их довольно много», — кивнула директриса. «И почти все имбрины, которые их создали, мои подруги». Итак, если вы хотите узнать, что было дальше с героями этой удивительной книги, прочтите этот роман и его продолжение. Перегрин, рада знакомству. Дети, я не желаю снова видеть здесь хозяина бабы с полицией. Я дважды убила их за этот месяц. Мне без них забот хватает. Миллард всего-то разбил пару тарелок. Ну и Амелия подлила немного масла в огонь. Но только чтобы помочь Джейку. Ну и ну. Дорогой Эйн высылал мне фотокарточку, на которой ты совсем владелец. Что же ты стоишь, проходи, той часть твоя. Как вы узнали про папу? Ты весишь приблизительно 109 фунтов, так?
Я не... Мамины близнецы пришли спустя 6 минут, как ты убежал. Я не совсем понимаю. Я не беру в расчет свою догадку о том, что тебе бежать-то больше было некуда. Только цифры. Дорога до папы занимает 18 минут. Эмма и компания выехали за тобой на повозке со скоростью 8,2 мили в час. Остается добавить время на заварку в пабе и путь сюда с учетом твоего веса. И вуаля, вы здесь ровно в 13 минут этого. Ты пьешь чай с сахаром? Достаточно, Оливия. Кому понравится перекипевший чай? Я тебе сейчас помогу, Енок. Я справлюсь. Не хочу отрывать вас от чаепития.